Wake up, с вами Вова Кэс. Как Гусейн Гасанов за сутки набрал более 2 миллионов подписчиков в Инстаграм? Ребят, за один день 2,4 миллиона человек. И почему его троллят другие блогеры? Ну нельзя быть таким петухом. Катя Адушкина впервые прошлась по подиуму. Афоня рассказал, почему у него живет лев. Моргенштерн показал жопу фанатам на концерте. Если еще не подписан, подписывайся и жми на колокольчик. Так ты всегда будешь в курсе интересных новостей. Ставьте лайки или дизлайки. Кстати, вот тут подсказка на предыдущий ролик. Кто не видел, смотри. А теперь поехали. Позавчера Гусейн Гасанов объявил о розыгрыше своего гелика. Условия просты: выставить сторис или пост с отметкой Гусейна и хэштегом гелик подписчику. Ажиотаж начался дикий. За сутки к блогеру подписалось более 2 миллионов человек. Ребят, за один день 2,4 миллиона человек. Это очень круто. Вот, спасибо всем, кто подписался и будет подписываться. Некоторые блогеры начали троллить эту ситуацию. Ребят, разыгрываю Кию, просто отметь меня, подписчик рандомно заберет. Я тоже хочу 1 миллион подписчиков. Специально для вас я разыгрываю вот этот гелик. Все, что нужно сделать, это отметить меня в историях. И все, и гелик будет... Что ты там разыгрываешь? Садись в машину. А это ваш, да? А я пошутила, я была... Помогите! Среди них оказался Лололошка. Сегодня разыгрывают 10 литров яблочного фреша, 10 победителей по 1 литру. Все, что нужно, это отметить меня в истории, и вы получите. Миша Литвин вообще рофлит сторис по полной. Помогите выбрать цвет. Красный или красный? Я завоевал свою аудиторию своей неординарностью, необычным контентом, харизмой. Сейчас мне просто свернуло голову, и я, блядь, начал покупать подписчиков. Сейчас, блядь, 50 тысяч перевел, блядь, тому, нахуй, 100 тысяч тому, блядь, давай, нахуй, Бентли, туда-сюда, блядь. Стебет ситуацию и приятный Ильдар. Наконец-то этот момент настал, сейчас мы с вами будем творить историю, я разыгрываю. Переходник с обычной розетки на итальянскую. Раскритиковала Гусейна также и Ида Галич. Говорит, что раньше он покупал ботов, а теперь живых подписчиков. По ее мнению, если у человека есть лишние деньги, то их нужно отдавать на благотворительность. Нормально ли так набирать подписчиков? Или блогеры просто завидуют успеху Гасанова? Кто из инстаграм-блогеров бесит больше всего? А я скажу. Давай. Я скажу, Саш. Гусан Гусейнов. Ну нельзя быть таким петухом. Я не хочу никого обидеть, но нужно быть искренним каким-то. Да? Также появилась информация, что розыгрыш Гусейна липовый. В сети всплыла якобы его переписка с другом, которому он и отдаст машину. Для всех, кто сомневался в честности розыгрыша, его уже провели. Гелик выиграла девушка из Украины. 3, 2, 1! Открывай! Ты открыл? Да! Держи! Я держу! Открывай глаза! Давай, девушка, по-моему. Девушка. Анастасия Хаврутска, мы тебя поздравляем. Гелик твой. Вы только посмотрите на ее реакцию. Я просто в шоке, я выиграла гелика. У меня немає слів. Спасибо, что вы все до меня дзвоните. Я не знаю, что сказать. Мы это сделали, это самый честный конкурс в стране вообще. Вот. Я так рад, как будто я выиграл. Многих из вас интересует, почему бывает на видео один просмотр и, к примеру, 500 лайков. Ответ у меня в стори. Подписывайся и будешь в курсе разных секретов. Ну а ссылочка под видео. Афоня рассказал, почему у него в квартире живет львенок. Оказалось, что он спас его от ужасной жизни в зоопарке. Через 2 месяца лев и его 2 брата поедут в частный заповедник. Там они и будут жить. Напомню, что на днях Руслан Туженцов наехал на Афоню за то, что тот завел дикое животное ради развлечения. Он надеется, что лев съест Афоню и обоссыт его труп. Как выяснилось, у Афони были другие цели. Интересно, что теперь скажет Русик? Моргенштерн продолжает свой тур по городам России. Вчера он дал концерт в Нижнем Новгороде. Перед выступлением Алишер накатил винца, после чего показал жопу ожидающим его в зале. Выходи, заебал! Выходи, заебал! Зрители были в восторге. Публикацию артист подписал словами «Не торопите меня». Такую выходку восприняли неоднозначно. Одни пишут, что это неуважение к фанатам, другие хвалят и пишут, что жопа огонь. А вы как к этому относитесь?
Катя Адушкина впервые прошлась по подиуму. Блогерша приняла участие в неделе моды в Москве. На себе она продемонстрировала лук из новой коллекции Todes. Ранее на показе Dolce & Gabbana по подиуму прошлась Саша Спилберг, а Марьяна Ро участвовала в показах уже два раза. У кого, по-вашему, получилось лучше всего? Ставьте лайки или дизлайки, подписывайся и будешь в курсе свежих новостей. Ну и про колокольчик не забывай. Смотри мой предыдущий выпуск, а то колокольчик частенько тупит, и скорее всего ты его пропустил. До скорого!